Итак, прошлое видео вам очень понравилось, где я рассказывал, как очистить кэш на своем айфоне. И, как всегда, я сегодня еще один способ вам покажу, благодаря которому вы реально сможете почистить очень-очень много памяти на своем айфончике. Для этого нужно зайти в настройки. Дальше заходим в такой пункт, находим такой пункт, как основные. И здесь у нас уже будет виднеть еще один пункт, который называется хранилище iPhone. Этот пункт загружается, как вы видите, мы можем здесь посмотреть, сколько использовано. И внизу у нас есть iOS, сколько занимает, и системные данные. И смотрите, здесь мы видим те приложения, которые намного занимают памяти. Вот, к примеру, Telegram, смотрите, занимает он вообще 90 мегабайт, а документы и данные почти 700. Если мы нажмем «Сгрузить приложение», это ничего не даст, практически здесь почистится, ну, мегабайтов 20-30. Нужно...